Доброе утро, добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем наш нетрадиционный сегодня брифинг. Мы проводим его в Крыму, мы проводим его в городе Керчь. Я хочу вам доложить, что только что проехала по Крымскому мосту в числе первых счастливчиков, которым повезло это сделать. Собирались сегодня рано утром, я бы сказала, даже ночью, чтобы действительно занять место в первой такой автоколонне, потому что желающих, как и предполагалось, так и получилось, было огромное количество, получился настоящий праздник. Это удивительно, люди приходили с детьми, люди приходили совершенно разного возраста, поздравляли друг друга с праздником, там были и пенсионеры, и байкеры, и молодежь, и люди, непосредственно связанные как с Анапой, с Керчью, с Крымом, с Россией, так и действительно молодое поколение. Поэтому удивительное сооружение, удивительный комплекс, очень масштабный, поражает, какое количество труда, в какие ограниченные сроки и как удалось все это сделать. Ну, еще о крымском чуде мы поговорим сегодня чуть позже. А я хотела бы начать с традиционной рубрики, которая касается графика руководства российского внешнеполитического ведомства. Сегодня и завтра в Российской Федерации находится с рабочим визитом министр внешних сношений Монголии. Это первая официальная поездка в Россию министра иностранных дел этой страны после формирования нового правительства этого государства в октябре 2017 года. Запланированы переговоры с российской стороной, опять же, по линии внешнеполитических ведомств. Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений в контексте выполнения среднесрочной программы развития стратегического партнерства между Российской Федерацией и Монголией, подписанной в ходе визита в Улан-Батор Сергея Лаврова в апреле 2016 года. Также состоится обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным проблемам. Ключевым темам российско-монгольского взаимодействия в ведущих многосторонних форматах, включая ООН, ШОС, Асиановский региональный форум по безопасности и другие. 17 мая в Москве состоятся переговоры исполняющего обязанности министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Эквадора. Хочу напомнить, что Эквадор – давний друг и надежный стратегический партнер России в Латинской Америке. Отношения между нашими странами отличают чувство уважения, взаимной симпатии, высокая степень взаимопонимания, близость подходов к широкому спектру международных тем. В ходе встречи планируется обсудить текущие вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, уделить внимание расширению договорно-правовой базы. Важное место на переговорах займет международная проблематика. Россию и Эквадор сближает общих взглядов на ключевые темы глобальной повестки дня. Мы последовательно выступаем за формирование более справедливого демократического мироустройства, основанного на верховенстве международного права, при центральной роли Организации Объединенных Наций, скоординированный поиск ответов на вызовы и угрозы современности. Предстоит также подробный обмен мнениями по ситуации в некоторых странах Латинской Америки и Карибского бассейна. О дополнительных мероприятиях в графике руководства внешнеполитического ведомства мы вас будем, как всегда, по традиции, оперативно информировать. А теперь к нашим следующим традиционным рубрикам, связанным с международной обстановкой, и начнем с развития ситуации в Сирии. В последний период ситуация в этой стране оставалась сложной. В Дамаске продолжалась операция по освобождению южных районов и пригородов столицы от банд ИГИЛ. При этом районы Елда, Бабила и Бейт-Сахм полностью перешли под контроль сирийских властей. Одновременно в восточном и юго-восточном пригородах Дамаска проводилась эвакуация боевиков сирийской свободной армии и членов их семей.
Правительственные силы и палестинское ополчение при поддержке авиации и артиллерии продолжали вести бои с отрядами незаконных вооруженных формирований в лагере палестинских беженцев Ярмук. В ответ террористы выпустили несколько минометных снарядов по жилым районам на северо-востоке лагеря, в результате чего получили ранения несколько десятков мирных жителей. За последнюю неделю удерживаемая боевиками незаконных вооруженных формирований в Ярмуке территория значительно сократилась. В Восточной Гуте около 65 тысяч ранее эвакуированных оттуда жителей вернулись к местам постоянного проживания. В провинции Дейр-Зор также развивалось наступление правительственной армии Сирии на позиции игиловцев, которые понесли значительный урон в живой силе и технике. Сирийские военные отрапортовали о зачистке территории площадью 1500 квадратных километров. В административном центре провинции Дераа несколько местных жителей получили ранения в результате минометного обстрела со стороны боевиков Сирийской свободной армии. На востоке страны проводится масштабная операция по ликвидации игиловцев. Задача – полностью разгромить базирующихся в пустынных, труднодоступных районах Сирии террористов, которые активизировали атаки на позиции правительственных сил в Приефрате и провинции Хомс. Мы обратили внимание на замалчивание американской администрации ситуации вокруг нескольких тысяч иностранных террористов-боевиков, которые были задержаны ведомой США коалицией курдскими сирийскими демократическими силами в Заефрате. При этом абсолютно малоубедительным представляется тезис о якобы невозможности согласовать со странами происхождения боевиков процедуру выдачи и параметры правовой помощи. Как представляется, этот юридический вакуум создается умышленно. Он призван скрыть истинную цель, а именно увести боевиков от ответственности. Показательно, что, несмотря на свидетельство причастности к терроризму, обвинения не предъявляются, следственные действия не производятся. По нашим данным, речь идет о 2-3 тысячах боевиков, главным образом из Европы, арабских стран и СНГ. Меры пресечения, так называемые, сводятся лишь к ограничению их свободы передвижения, в то же время им предоставляется трехразовое питание, медицинские услуги, возможности для поддержания физической формы. В свете объявленного президентом Трампом скорого ухода американцев из Сирии вырисовываются высокие риски просто реанимации халифата в Заефрате по иракскому образцу, когда после спешного вывода оттуда американского контингента в 2011 году фактически и возникла группировка ИГИЛ. Избегая уголовного преследования упомянутых боевиков, администрация США, по сути, просто покрывает их преступную деятельность. В этой связи хотели бы заострить внимание на необходимости реализации принципа неотвратимости наказания задержанных террористов за совершенные преступления в соответствии с подходом либо выдай, либо суди. Считаем абсолютно недопустимым манипуляции задачами антитеррора для проведения в жизнь двойных стандартов в геополитических целях. Также я хотела бы сказать несколько слов о ходе расследования предполагаемого применения химического оружия в городе Дума. Миссия ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия в Сирии продолжает инициированное по просьбе сирийских властей изучение всех обстоятельств, связанных с инсценированным белыми касками химинцидентом в городе Дума 7 апреля. При обеспечении Дамаском и российской военной полиции надлежащих условий безопасности специалисты миссии в ходе своего пребывания в Сирии несколько раз выезжали в город Дума для посещения обозначенных экспертами ОЗХО мест. Как это и предписывается Конвенция о запрещении химического оружия и нормативными документами ОЗХО, ими были самостоятельно отобраны пробы на наличие отравляющих веществ, а опрошены свидетели, осуществлен ряд других специальных мероприятий. Пробы и другие вещественные доказательства были доставлены в Гагу для лабораторных исследований, которые займут 2-3 недели. Об окончательных итогах работы миссии в городе Дума можно будет делать выводы не ранее конца мая, когда будет обнародован доклад миссии. По сути, впервые с момента своего учреждения миссия провела работу, как того постоянно требовала и Россия, и Сирия, непосредственно на месте предполагаемого инцидента, а не дистанционно. Мы рассчитываем, что итогом расследования станут обстоятельные и выверенные с профессиональной точки зрения выводы, которые помогут восстановить реальную
картину произошедшего 7 апреля в городе Дума и подтвердить несостоятельность любых надуманных и бездоказательных обвинений в адрес Дамаска, послуживших предлогом для противоправной военной акции США, Великобритании и Франции, грубо нарушивший устав Организации Объединенных Наций. Намерены и далее добиваться проведения деполитизированных и объективных расследований всех без исключения случаев так называемого химического терроризма в Сирии в строгом соответствии с высокими стандартами Конвенции по запрещению химического оружия. Хотела бы прокомментировать развитие ситуации на палестинских территориях. 14 мая в секторе Газа, ряде районов западного берега реки Иордан, прошли массовые выступления палестинцев, приуроченные к открытию посольства США в Иерусалиме. В результате действий израильской армии по подавлению этих акций на границе Израиля с Газой были убиты 59 палестинцев, сотни человек получили ранения. Всего с момента начала 30 марта палестинских протестов в Газе погибло уже более 100 манифестантов. Сегодня я могу сказать о том, что отмечаемая 16 мая палестинцами дата, день Накбы, а именно катастрофа палестинского народа в связи с событиями 1947-48 годов, в Палестине объявлена всеобщая забастовка и чрезвычайно велики риски продолжения насилия. В Москве крайне обеспокоены этой опасной эскалацией. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших палестинцев, пожелание быстрого выздоровления пострадавшим, подтверждая право палестинцев на мирные протесты и осуждая применение военной силы против гражданского населения, вновь призываем вовлеченные стороны проявить сдержанность и отказаться от шагов, провоцирующих дополнительную напряженность. Мы неоднократно заявляли, что для прекращения раскручивания спирали насилия необходимо вести дело к скорейшему налаживанию содержательного и результативного переговорного процесса на основе известных решений Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а также Арабской мирной инициативы. Роль международного сообщества нам видится в том, чтобы помогать палестинцам и израильтянам двигаться к этой цели с выходом на долгосрочный справедливый мир, отвечающий подлинным интересам обеих сторон, а не в том, чтобы предпринимать сомнительные однобокие шаги, которые усложняют и осложняют усилия по созданию условий для реализации двугосударственной формулы решения палестинской проблемы. В этой связи хотели бы подтвердить, что позиция России по Иерусалиму остается неизменной. Город должен стать столицей двух независимых государств – Палестины и Израиля – и быть открытым для последователей всех трех монотеистических религий. Конкретные параметры соглашения по окончательному статусу Иерусалима должны быть выработаны в ходе прямых палестино-израильских переговоров, и будем продолжать отстаивать такой подход в нашей работе с самими палестинцами и израильтянами, а также другими международными партнерами, в том числе в различных коллективных форматах, включая Ближневосточный квартет международных посредников. Переходим к другим темам. Ситуация на Корейском полуострове. Мы отмечаем тенденцию к снижению напряженности вокруг Корейского полуострова. Мы приветствуем решение провести 23-25 мая церемонию демонтажа северокорейского ядерного полигона, на который приглашены журналисты из России и ряда других стран, а также договоренность о проведении встречи президента США и председателя Госсовета КНДР 12 июня в Сингапуре. Рассчитываем, что анонсированные события пройдут успешно и закрепят позитивную динамику урегулирования проблем субрегиона. Мы убеждены, что найти долгосрочное и взаимоприемлемое решение возможно лишь посредством многосторонних консультаций по вопросам создания на Корейском полуострове прочного механизма мира и безопасности. Ведем работу со всеми партнерами с целью запуска таких переговоров. Ситуация в Индонезии. Хотела бы напомнить, что там прошла серия терактов. 13 мая в городе Сурабая, это провинция Восточная Ява, были совершены теракты в трех христианских храмах, в результате которых погибло 14 человек, включая исполнителей. 43 получили ранения. Вечером того же дня в прилегающем к Сурабае округе
Сидерджо произошло еще два взрыва в домах в непосредственной близости из полицейских участков. Погибло три человека, предположительно, все террористы. Утром 14 мая на территории городского штаба полиции Сурабаи подорвался мотоцикл с двумя смертниками. Погибли 10 человек, включая 4 сотрудников полиции. 14 мая в Джакарте, а также в провинциях Бантен, Восточная Ява и Риау, властями объявлен первый уровень террористической угрозы. Принимаются повышенные меры безопасности в местах массового пребывания туристов, включая остров Бали. Посольство России в Джакарте рекомендует российским гражданам, находящимся в Индонезии, соблюдать бдительность, по возможности избегать мест массового скопления людей и воздержаться от посещения религиозных объектов. Информация о пострадавших в результате терактов соотечественников не поступала. Так называемое дело Скрипалей. Как мы и сказали, мы будем не просто следить и комментировать, но предпринимать все для того, чтобы это запутанное властями Великобритании дело все-таки стало более прозрачным, чтобы рассеять тот туман, который официальный Лондон на него напустил. Мы обратили внимание на прозвучавшие в ходе состоявшегося 1 мая заседания Комитета по обороне Палаты общин британского парламента разъяснение советника премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности относительно сути так называемой доктрины смешанной безопасности, Fusion Doctrine. Я хотела бы напомнить, она была принята правительством в начале года. Эта доктрина предполагает, судя по представленной информации, укрепление интегрированного подхода к вопросам национальной безопасности. А фактически речь идет о подчинении этой задачи деятельности всего государственного аппарата, но и более того, даже бизнеса, средств массовой информации и гражданского общества. Таким образом, речь идет о попытке перевода значительной части общественно-политической жизни Соединенного Королевства под зонтик национальной безопасности, интересами которой может обосновывать шаги во всех, без исключения, сферах, начиная с борьбы с терроризмом и заканчивая торгово-экономическими связями. За примерами того, к чему все это приводит на практике, далеко ходить не приходится. Тот же самый помощник премьер-министра прямо назвал действия Лондона в связи с инцидентом в Солсбери примером реализации новой концепции. Якобы решение об антироссийских шагах было принято в сжатые сроки на основе развединформации британских спецслужб, не дожидаясь выводов полиции, а параллельно велась соответствующая обработка западных союзников. То есть, собственно говоря, официальные лица Великобритании подтвердили то, о чем мы сами говорили, о том, что все принималось без опоры на хоть какое-то элементарное следствие и его результаты. В итоге удалось реализовать такие решения, которые оказались с точки зрения официального Лондона эффективным сдерживающим фактором на будущее. Вывод один. Доктрина смешанной, вот этой самой «фьюжн», безопасности повышает риск поспешных и непродуманных решений, способных нанести ущерб репутации Великобритании на мировой арене, привести к повышению конфликтности и обострению международных, в том числе межгосударственных отношений. Это, собственно говоря, наглядно продемонстрировали и абсурдные обвинения России в связи с инцидентом 4 марта в Солсбери. Исходя из вышесказанного, а также из того букета пропаганды и дезинформации, которую мы видели после инцидента в Солсбери, можно смело сказать, что это доктрина не фьюжн, а конфьюжн. Мы продолжаем уделять самое пристальное внимание, как я уже сказала, развитию ситуации в деле Скрипалей. После весьма продолжительного молчания британских СМИ на эту тему, Times опубликовала 3 мая обширный материал, который повествует о том, что делали Скрипали в день отравления, так называемого. Не буду подробно пересказывать эту публикацию, отмечу лишь, что в изложении событий выдвигается уже новая версия заражения сержанта полиции Бейли, который контактировал якобы с нервно-паралитическим веществом не на месте инцидента, а в ходе осмотра
дома Скрипаля. Налицо и множество других нестыковок с ранее озвученными версиями и сведениями по данному происшествию. Это, конечно, речь не о непрофессионализме журналистов. Публикация взаимоисключающих сведений об инциденте скорее свидетельствует о такой целенаправленной работе британских властей по введению общественности в заблуждение, для чего в информационное пространство периодически просто вбрасываются новые факты, так называемые факты об отравлении, причем делается это строго дозированно, чтобы, с одной стороны, поддерживать тему инцидента в Солсбери на плаву, а с другой делается все, чтобы население просто забывало обстоятельства первоначальные, информация о которых была очень скудной и противоречащей. Отмечаем также, что, отвечая на прямой вопрос членов Комитета по обороне Палаты общин британского парламента, советник премьер-министра Великобритании по вопросам нацбезопасности признал, что лица, отравившие Скрипалей, до сих пор не установлены. То есть вывод о причастности и виновности Российской Федерации и вообще российской стороны делался в принципе без понимания того, кто совершил, если и совершил, это преступление. Можно сказать, по сути, просто дано понять, что англичане по-прежнему оперируют какими-то догадками, на основе которых продолжают тиражировать безосновательное обвинение в адрес Российской Федерации. Еще раз повторю, это подтверждает наше мнение о незаинтересованности британских властей в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери. Так как российской стороне до сих пор не представлены убедительные доказательства обратного, считаем, что мы имеем дело с покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации. Причем бремя доказательств в этой истории лежит именно на британской стороне. Я хотела бы также отметить, что Великобритания продолжает отказывать в предоставлении консульского доступа к российским гражданам Сергею Юлии Скрипаль. При этом нам рассказывают о якобы нежелании Юлии Скрипаль общаться с посольством России в Великобритании. В отношении Сергея Скрипаля было отказано в консульском доступе на основании наличия у него британского подданства. Британские власти настаивают на необходимости согласия российских граждан на общение с консульскими работниками. Однако с такой формулировкой нельзя согласиться. Вопрос общения гражданина с консулом своей страны регулируется консульской конвенцией между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии от 1965 года. Статья 36 этой конвенции предусматривает, что, цитирую, «консульское должностное лицо имеет право в пределах своего консульского округа встречаться с любым гражданином представляемого государства, давать ему советы и оказывать всяческое содействие». Конец цитаты. Как следует, статья 36 не содержит указаний на необходимость обязательного согласия самого гражданина на его посещение консула. Иными словами, такое общение является не только правом гражданина, но и правом консула, направляющего государства. Это право России грубо нарушается в Великобритании, которая уже не в первый раз трактует нормы международного права, исходя из собственного видения принципов политической целесообразности. Что касается ссылки британских властей на наличие у Сергея Скрипаля британского подданства, мы также не можем ее принять по следующей причине. Согласно статье 30 двусторонней консульской конвенции, термин «гражданин» включает в себя, цитирую, «всех лиц, которых представляемое государство признает своими гражданами». Конец цитаты. Сергей Скрипаль российского гражданства не лишен. И добровольно из него, как мы понимаем, не выходил. Он остается гражданином России и имеет полное право на общение с российскими консулами, как и Россия имеет полное право на общение с ним. Насколько мы понимаем, Великобритания придерживается такой же позиции при обсуждении консульских случаев со своими двойными гражданами, например, в Иране. С учетом всех обстоятельств, нам важно убедиться в благополучии наших граждан. Нас не удовлетворяют заявления британских официальных лиц о том, что якобы Сергей и Юлия Скрипаль не желают общаться с нами и отказываются от медицинского обследования с привлечением российских специалистов. Эта информация не поддается никакой проверке. Как мы
да не только мы, но и мировое сообщество может быть уверено, что это действительно их добрая воля. Через наше посольство в Лондоне мы будем продолжать требовать возможности лично пообщаться со Скрипалями. Если они не нуждаются в нашей помощи, пусть британская сторона даст им возможность сказать об этом лично. В нынешних условиях мы вынуждены квалифицировать данную ситуацию как насильственное удержание и даже похищение британскими властями двух наших граждан. Данные действия Великобритании представляют собой серьезное нарушение двусторонних договоров. Не так давно британские власти отказали в выдаче визы родственнице Скрипалей, Виктории Скрипаль. Но, как заверяли представители британской консульской службы, в случае повторного ее обращения, цитирую, «вопрос будет тщательным образом рассмотрен». Конец цитаты. И снова обман. Снова очередное лицемерие. Виктория повторно обратилась за британской визой, и ей опять было отказано в ее получении фактически вообще без каких-либо оснований. Еще раз говорю, это полностью противоречит тем заявлениям, которые были сделаны британской стороной до этого. Не можем не сказать и о том, что наше посольство получает только и исключительно отписки от британской стороны на все вопросы, которые ставят. Еще раз хотел бы напомнить, что будем следить за этой темой и оперативно комментировать всю появляющуюся информацию. Теперь к теме возмутительного поведения официальных украинских властей в отношении представителей как российских средств массовой информации, так и представителей средств массовой информации других государств, включая Украину. Мы выражаем решительный протест в связи с рейдом украинских силовиков в отношении МИА «Россия сегодня». Министерство иностранных дел оперативно опубликовало соответствующие комментарии и заявления, обратилось к международным структурам, которые должны четко и однозначно выразить неприятие подобным поведением Украины и потребовать, чтобы журналист был освобожден, а в отношении других журналистов больше не принимались и не предпринимались вот такие силовые действия. Российская сторона будет делать все для того, чтобы российский гражданин был освобожден, а в отношении других представителей средств массовой информации, будь то российские граждане или российские средства массовой информации, таких акций больше не совершалось. Я хотела бы сказать, и я думаю, что это не секрет для вас, тем более мы говорим здесь, на территории Крыма, что настоящий кризис переживает сфера журналистики на Украине. Местная власть продолжает придерживаться курса, направленного на полное подавление инакомыслия, ограничение свободы выражения мнений, альтернативных украинскому официозу. Нападения, запугивания, культура безнаказанности правят бал в журналистском сообществе, где политически мотивированные убийства работников средств массовой информации просто стали обыденным делом, а любое отличное от официальной линии и националистической риторики мнения, заявления, комментарии пресекаются на корню, и после этого следуют репрессивные меры воздействия. Тем не менее, на Западе упорно закрывают глаза на эти факты, культивируя мнение, что с приходом новой власти ситуация с правами человека, так называемой освобожденной, демократической Украине, становится все лучше. Но ведь это же вранье, и об этом все знают, об этом в первую очередь знают журналисты. Потому что Украина упорно, несмотря на то, что продолжает двигаться вверх в рейтинге свободы прессы, вот в частности «Репортеры без границ» с 2014 по 2018 год предоставили Украине место в своем рейтинге свободы, подняв ее более чем на 20 позиций. Вот несмотря на это, Украина упорно продолжает вести действительно по-настоящему репрессивную политику в отношении средств массовой информации. Я хотела бы отметить, что вот этот рейтинг составляется на основе нескольких показателей, в том числе разнообразности средств массовой информации в стране, их независимости, условий работы журналистов, самоцензуры и правовой защиты.
как составителям рейтинга удалось разглядеть хоть маломальски заметный прогресс по этим показателям, честно говоря, непонятно. Неоднократно поднимали эту тему и на наших брифингах, и на международных площадках. Мало того, украинская сторона уже превзошла себя. После недавно организованного и выдаваемого за мероприятие ООНовское, так вот, в ходе недавнего семинара абсолютно пропагандистской направленности, приглашенные лица, они были приглашены официальной украинской делегацией, начали просто запугивать российского представителя, который выступал и парировал все эти антироссийские заходы и всю эту пропагандистскую риторику, просто говорили недопустимые вещи, включая угрозы физической расправы, и это все было в кулуарах Организации Объединенных Наций, это все было в той самой организации, которая призвана обеспечивать международный мир и стабильность. Удивительно, как на семинар, посвященный якобы информационной проблематике, были приглашены, как нам было сказано, ветераны АТО, снайперы, которые делились своим мнением относительно информационных проблем современного мира. Сегодня я хотела бы обратить внимание еще на целый ряд репрессивных шагов Киева в отношении российских журналистов, которые освещали события на Украине. Я напомню, что 9 мая специальные корреспонденты телеканала России и Первого канала, они готовили репортаж о праздновании в Киеве Дня Победы, были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины и затем депортированы в Россию с запретом въезда на Украину на 3 года. Украинские власти традиционно мотивировали свои действия в отношении журналистов тем, что отснятые ими видеоматериалы якобы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения. Вот мне интересно, а если, например, аналогичные действия будут предприняты к американским, немецким, британским журналистам на территории других государств, правительства этих стран нормально отреагируют? Они не увидят в этом какого-либо нарушения свободы СМИ? Будут такие же вялые высказывания? Тут какой-то летающий жучок к нам прилетел, подслушивает, о чем мы с вами говорим. Но если говорить серьезно, то, конечно, особую озабоченность вызывает тот факт, что персональные данные спецкоров российских телеканалов незамедлительно попали на скандально известный ресурс «Миротворец», который, как известно, в нарушении всех норм международного права публикует личные данные людей, которые причисляются владельцами и модераторами сайта к, цитирую, «пособникам террористов». Данный противоправный шаг Киева в отношении российских журналистов имел место на фоне продолжающегося мощного давления украинских националистов и на местные средства массовой информации. В тот же день несколько десятков представителей украинских праворадикальных организаций, национальный корпус, национальные дружины заблокировали офисы телеканала «Интер» в Киеве, просто-напросто угрожая поджогом. И опять ноль реакции западного мейнстрима. Причиной этих незаконных действий стал обнародованный накануне каналом анонс видеоролика концерта «Ко дню Победы», который вызвал критику многих организаций и пользователей социальных сетей из-за слов ведущего о переименовании улиц на Украине именами фашистских преступников. Попытка телеканала открыто выступить против героизации пособников фашизма в канун Дня Победы вызвала предсказуемую реакцию киевских радикалов, которые действовали, собственно говоря, как и всегда, при полном попустительстве силовых ведомств Украины. Абсолютно не церемонятся киевские власти и с представителями зарубежных средств массовой информации, которые выражают не совпадающую с официальной позицию. Так, 2 мая журналиста чешского издания «Парламентские листы» Яна Рыхетского, который планировал подготовить репортаж о годовщине Одесской трагедии 2014 года, просто не пустили на территорию Украины, заявив, что в отношении него уже действует запрет на въезд в страну на 5 лет. Очевидно, что украинская сторона продолжает делать все возможное, чтобы и дальше покрывать зачинщиков и исполнителей этого
отвратительного преступления и замалчивать истинную картину произошедшего. Мы обратили внимание на избирательную позицию представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, который, с одной стороны, осудив угрозы радикалов в адрес украинского телеканала «Интер», оставил без какого-либо внимания или осуждения насильственные действия Киева в отношении представителей российских СМИ 9 мая. Его реакция в отношении действий украинских силовиков по рейду, аресту, запугиванию журналистов МИА «Россия сегодня» назвать четко и определенно также невозможно. Выражаем возмущение грубым нарушением прав журналистов на территории Украины. И в очередной раз призываем официальный Киев прекратить правовой произвол в отношении представителей журналистского сообщества под надуманным предлогом борьбы с пропагандой. Мы также призываем представителей международных структур, наших коллег, представителей информационных служб, внешнеполитических ведомств оказать все возможное воздействие на официальный Киев для того, чтобы прекратить этот абсолютный беспредел в отношении коллег-журналистов не только российских средств массовой информации, но и зарубежных, а также украинских. Они действительно нуждаются в международной помощи. Я должна прокомментировать ситуацию вокруг экипажа судна «Норд». Хотела бы сказать, что в настоящее время ситуация вокруг российских моряков рыболовецкого судна «Норд» остается без существенных изменений. 8 мая апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу адвокатов в отношении капитана Горбенко по мере пресечения. Как известно, двоим членам экипажа удалось 19 апреля покинуть Украину. Остальные 7 моряков, которых под надуманным предлогом не пропустили украинские пограничники, по-прежнему находятся на территории этой страны. Силами посольства России в Киеве им обеспечены проживание, питание. Наши консулы находятся с ними в постоянном контакте. Продолжают свою работу адвокаты. Мы будем добиваться скорейшего возвращения наших моряков на родину. Чтобы было понятно, что это не только и не просто оценка российской стороны того, что происходит на Украине, то, что происходит с официальными представителями этого государства, я хотела бы обратить ваше внимание на сообщение средств массовой информации, которые цитировали заявление представителя Генерального консульства Украины в немецком Гамбурге. Это были его комментарии в социальных сетях и носили ярко выраженный националистический и антисемитский характер. Дело в том, что, к сожалению, это не исключение. Мы об этом говорим уже несколько лет. Мы призываем международное сообщество обратить самое пристальное внимание на подобную риторику, уже и публичную, но в основном пока еще скрываемую, но на самом деле действительно составляющую суть менталитета нынешних украинских властей. В частности, средства массовой информации продемонстрировали некоторые публикации на странице дипломата в социальных сетях. Я даже не имею права с этой трибуны цитировать все, что было сказано, буквально несколько фраз. «Слава Украине, смерть антифашистам», «Быть фашистом почетно». Еще раз повторю, остальные фразы я даже не имею права публично произносить. Настолько они находятся в сфере, просто, я бы сказала, находится вне закона из-за своей националистической направленности. И в этой связи удивление, с одной стороны, вызывает, но при этом, с другой стороны, в общем-то, при глубоком анализе кажется абсолютно идущими в русле нормальных действий украинских властей, можно именно в этом контексте рассматривать выпущенные несколькими днями ранее комментарий МИДа Украины в связи с обвинениями в росте антисемитских настроений, в котором было заявлено, что, цитирую, «антисемитские провокации часто инспирированы кремлевским режимом, который с помощью инструментов гибридной агрессии пытается расшатать политическую ситуацию на Украине и еще раз бросить на Украину тень антисемитизма». Конец цитаты. Почему я говорю вызывающее удивление, а с другой стороны, идущие в логике тех событий и того менталитета, который проявляет украинское руководство? Потому что все, в чем так или иначе действительно можно обвинить украинский режим,
украинский режим обвиняет Российскую Федерацию. Все, что действительно происходит неправомерного, неправомочного, вместо объяснений и действий, направленных на минимизацию последствий от этих неправомочных действий, Киев списывает на так называемую политику Москвы, руку Кремля и так далее, и так далее. Мы рассчитываем, что данный абсолютно вопиющий случай станет не очередным поводом обвинить Российскую Федерацию, а причиной соответствующей проверки со стороны Украинского министерства иностранных дел и пристального внимания со стороны мирового сообщества. К другим вопросам я хотела бы сказать, что 21-22 мая в Великом Новгороде состоится очередное заседание российско-американской конференции общественно-политических, деловых и академических кругов «Диалог Форт Росс». Хотела бы напомнить, что форум проводится под эгидой межведомственной рабочей группы при Министерстве иностранных дел России по вопросам сохранения российского исторического и культурного наследия в США. В организации предстоящего раунда помимо нашего министерства участвуют компании «Транснефть», Совкомфлот, Шеврон, правительство Новгородской области, Федеральное архивное агентство, Государственный архив Российской Федерации, Российский совет по международным делам, Российская газета, Американское общество по сохранению Форт Росса и другие структуры из обеих стран. С прошлого года диалог Форт Росс проходит дважды в год, осенью в Калифорнии, весной на территории Российской Федерации. Первый российский раунд, как известно, состоялся в Пскове и Изборске в мае 2017 года. Несмотря на непростую ситуацию в российско-американских отношениях, в последние годы эта неправительственная площадка динамично развивается, что отражает большой интерес граждан России и США к общению и конструктивному взаимодействию. Повестка дня форума сфокусирована на поиске новых возможностей для развития двусторонних связей в самых различных областях. У предстоящей конференции в Великом Новгороде, как и у предыдущих заседаний, весьма насыщенная программа. Первый день будет посвящен перспективам сотрудничества между музеями и архивами России и США, роли учреждений науки, культуры в укреплении взаимопонимания между народами. Особое внимание будет уделено обмену опытом в использовании современных технологий в архивном и музейном деле. Во второй день запланировано обсуждение проблематики взаимодействия в энергетической сфере, а также долгосрочных тенденций развития информационно-коммуникационной среды. Предполагаются выступления представителей руководства Министерства иностранных дел, других федеральных ведомств, губернатора Новгородской области, дипломатов посольства США в Москве, известных экспертов, видных деятелей академического и музейного сообщества двух стран. Мы приглашаем вас, представителей российских и зарубежных средств массовой информации, принять участие в освещении мероприятия. В тексте сегодняшнего брифинга будет указана контактная информация для аккредитации. Как известно, в Питере скоро пройдет очередной международный экономический форум. Он состоится 24-26 мая на площадке Экспофорум. В настоящий момент в мире, как вы знаете, складывается беспрецедентно сложная обстановка, когда привычные правила игры перестают работать. Военные конфликты, режимы односторонних санкций, торговых войн, обусловленные странными и эфемерными политическими мотивами, все это сейчас характеризует международную ситуацию. В этом контексте ожидается крайне насыщенная и интересная дискуссия в рамках мероприятий форума, где центральным событием станет пленарное заседание с участием президента России, а также с участием руководства Франции, Японии, а также директора-распорядителя МВФ. На фоне такой непростой обстановки в мире ключевой темой форума была выбрана следующая – создавая экономику доверия. Доверие между странами, между бизнес-партнерами, доверие людей к государству, к новым технологиям, друг к другу – это то, что позволит преодолеть искусственно выстраиваемые ограничения в мировой экономике и политике и стать мощным стимулом для глобального экономического роста. Экономика доверия возможна, если страны взаимодействуют на доверительном уровне и выстраивают отношения через создание стимулирующих факторов для развития бизнеса, человеческого капитала, объединяясь и обмениваясь опытом по применению новейших технологий не только в экономике, но и в области благотворительности и филантропии. На форуме в качестве стран-гостей выступят, как я уже сказала, Япония и Франция.
Японскую делегацию возглавит премьер-министр страны. На территории форума будет создан национальный выставочный павильон Японии, в котором будут организованы тематические мероприятия для инвесторов и лидеров бизнеса. Запланирована встреча российских и японских деловых кругов. Японская сторона намерена принять активное участие в деловой и культурной программе форума, приуроченной к официальному старту перекрестных годов Россия-Япония. Французскую делегацию возглавит президент республики. Франция также разместит на площадке форума национальный павильон, где пройдут бизнес-диалог Россия-Франция и сессия Трианонского диалога, направленного на взаимодействие по линии гражданских обществ. Важным событием культурной программы станут мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения известного французского балетмейстера и театрального деятеля Мариуса Петипа. В рамках форума запланирована отдельная встреча российского бизнес-сообщества с представителями деловых кругов США, Индии, Италии, Финляндии и стран Африки. Обсуждения в рамках сессии деловой программы форума будут проходить по четырем тематическим направлениям: глобальная экономика в эпоху изменений, Россия, используя потенциал роста, технологии для лидерства, человеческий капитал в цифровой экономике. Тематические бизнес-завтраки соберут представители фармацевтических компаний и IT-индустрии. По традиции на своем завтраке участников форума соберет и Сбербанк. В рамках форума пройдут мероприятия в формате беседы о будущем. На полях форума также состоится региональный консультативный совет деловой двадцатки, форум малого и среднего предпринимательства и сессия Международного арктического форума «Арктика. Территория диалога» по теме «Арктический потенциал. Северный морской путь как драйвер экономического роста». Пройдет и комплекс мероприятий, посвященных молодежной проблематике. Международный молодежный экономический форум. Участники обсудят вызовы современности с лидерами международного и российского бизнеса и церемония награждения победителей всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна, моя Россия». Будет организована и серия выставок, на которых субъекты Российской Федерации продемонстрируют участникам и гостям форума свой инвестиционный потенциал и реализуемые проекты, а компании, технологии, продукты и решения для развития регионального бизнеса. Еще одно мероприятие, которое нам предстоит провести на территории нашей страны, России. Это, как вы знаете, чемпионат мира по футболу. И я хотела бы сказать, что на сайте Министерства иностранных дел размещена полная, детальная и очень подробная информация о порядке аккредитации иностранных корреспондентов, которые хотят посетить и осветить этот спортивный праздник. Я хотела бы сказать, что подробная информация и ссылки на нее будут указаны в тексте сегодняшнего брифинга. Большая просьба обратить на это внимание. Хотела бы сказать, что официальные правообладатели, теле, радио, мобильные, интернет-вещательные компании, обладающие правами на трансляцию турнира, а также представители СМИ, имеющие аккредитацию FIFA или Оргкомитета «Россия-2018», получают визу в российских консульских учреждениях за рубежом на основании письма подтверждения об аккредитации. По приезду в Россию они получают бэджи в аккредитационных центрах FIFA и Оргкомитета «Россия-2018». Такая аккредитация дает журналистам право доступа на все объекты и мероприятия чемпионата мира, а также право на ведение профессиональной деятельности на всей территории России на период проведения чемпионата. Представители средств массовой информации, которые не имеют аккредитацию FIFA, не останутся за бортом. Также это касается независимых журналистов, блогеров. Они аккредитуются при городских пресс-центрах, которые расположены в каждом городе организаторе чемпионата: Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск и Сочи. Официальным оператором пресс-центров выступает МИА «Россия сегодня». На основании аккредитации городских пресс-центров и наличия медицинской страховки журналисты, граждане всех иностранных государств, независимо от наличия соглашений о безвизовых поездках граждан, кроме государств-участников СНГ, Абхазии и Южной Осетии, должны получать обыкновенные двукратные деловые визы. Если у представителя СМИ уже имеется виза журналистской категории аккредитации МИД России, то для работы в городских пресс-центрах необходимо пройти лишь онлайн-аккредитацию и получить бадж. Профессиональная деятельность может ими осуществляться теми, кто не имеет аккредитации МИДа, но имеет аккредитации пресс-центра, городского пресс-центра, может осуществляться в 17 субъектах Российской Федерации, на территории регионов, в которых расположены 11 городов-организаторов чемпионата, и 6 субъектах
субъектов федерации место размещения тренировочных баз национальных сборных, а именно Воронежская, Калужская, Ленинградская, Московская области, Чеченская республика, Ставропольский край. Пресс-центр в Москве начнет работу 4 июня 2018 года, в остальных городах-организаторах с 13 июня. Выдача баджей городских пресс-центров для журналистов начинается с 15 мая в аккредитационном центре МИА «Россия сегодня». Адрес будет указан в тексте. И с 4 июня в московском пресс-центре, а с 13 июня во всех остальных. Еще раз хочу сказать, что в тексте брифинга будут все ссылки на более подробную информацию. Хотела бы напомнить, что в рамках работы городских пресс-центров запланированы пресс-конференции, брифинги, видеомосты с возможностью посещения журналистами экскурсий и мастер-классов. Важной частью пресс-центров станет презентационная зона региона, где все гости смогут ближе познакомиться с его особенностями, достижениями. Запланированы прямые видеотрансляции матчей. Заходите на наш сайт, изучайте информацию, переходите по ссылкам на соответствующие разделы городских пресс-центров и других оргструктур чемпионата. Как я и сказала, хочу еще раз обратить внимание на Крымский мост. Он там. Вот классическая история. Знаете, кажется, что его нет за моей спиной, но он там есть. Почему я об этом говорю? Потому что именно об этом нам рассказывали все западные журналисты, политологи, эксперты несколько лет. Они говорили, что моста нет, не будет и вообще в принципе не может быть. Вот всегда нужно относиться с долей критики ко всему, что мы читаем в средствах массовой информации, потому что если бы мы все с вами поверили в то, о чем писали западные и, к сожалению, украинские средства массовой информации, я думаю, что сегодня для нас был бы большой сюрприз. Но мы постепенно и по мере поступления, к сожалению, вот этой дезинформации ее комментировали, рассказывали, опровергали ее. Я сегодня могу вам рассказать и о этой стройки, действительно гигантской стройки, чем она завершилась, и привести несколько фактов классической дезинформационной кампании, которая велась в отношении этого объекта. Итак, еще раз хочу напомнить, что сегодняшний брифинг проходит в особенном месте. Это вид, хотя и удаленный, но на Крымский мост, который вчера, 15 мая, был торжественно открыт. Строительство Крымского моста ведется с февраля 2016 года. Мост включает две части – автомобильную и железнодорожную. Они расположены параллельно, возводились одновременно. Я сегодня все это видела, когда проезжала я по автомобильной части. Железнодорожная находится в процессе строительства. Это просто гигантское сооружение, дух захватывает, я просто всех приглашаю. Кстати говоря, вижу, как за вашими спинами проезжают автомобили с флагами, это автомобили из тех автоколонн, которые проходили сегодня по мосту. Протяженность составляет 19 километров, пропускная способность 40 тысяч автомобилей, 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров, 13 миллионов тонн грузов в год. Движение легковых автомобилей, автобусов было открыто на полгода раньше, чем указано в госконтракте, а грузовой транспорт поедет осенью. Планируется, что железнодорожная часть будет введена в эксплуатацию в 2019 году. Крымский мост – это ожидаемый и очень нужный инфраструктурный проект. Это самый протяженный мост в России и Европе. Он строится в рекордные сроки, в сложнейших геологических и сейсмических условиях. Да что уж греха таить, и в сложнейших политических, международно-политических условиях. Какое давление было, сколько дезинформации было, и она еще и продолжается, о чем сейчас я тоже вам расскажу. В строительстве моста было задействовано более 10 тысяч человек со всей России. В числе участников проекта опытные строители, которые успешно справлялись с такими знаковыми стройками, как БАМ, инфраструктура к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиада в Казани, Олимпиада в Сочи. В 2017 году мост через Керченский пролив получил официальное название «Крымский мост».
Сегодня ездили и в этой импровизированной автоколонне. Я видела людей, которые ехали с флагами России, с крымскими флагами, которые поздравляли друг друга, кричали о том, что это победа, о том, что это долгожданное событие. Это все было очень искренне и просто не могло не тронуть. Я хотела бы сказать также о том, что перед стройкой всю территорию обследовали саперы и археологи. Говорю это не столько вам, сколько нашим зарубежным коллегам. Сотни взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны были ликвидированы. Количество археологических находок разных эпох достигло 1 миллиона. А благодаря проекту моста археологи нашли артефакты, претендующие на уникальность. Реализация столь сложного проекта, конечно, имеет исключительную важность, как уже было сказано, всеми, не только для жителей полуострова, но и для всех граждан России, для всех нас. Тысячи россиян и гостей нашей страны смогут добраться в Крым на автомобилях, железнодорожном транспорте. Конечно, будет облегчена логистика товарооборота. Это, конечно, еще и грандиозный опыт, которым мы всегда будем рады поделиться с нашими зарубежными партнерами. Еще раз приглашаем всех иностранных гостей посетить Крым. Рады, что сейчас это сделать будет еще проще, чем раньше. А теперь о мифах вокруг Крымского моста. Еще раз повторю, что это грандиозный, впечатляющий проект, но, как все грандиозное и впечатляющее, с самого начала, еще даже не на этапе реализации, а планирования, только когда шло обсуждение этого проекта, эта стройка обросла мифами и легендами, к сожалению, негативными. Если жители полуострова и остальные россияне смотрели на этот проект с нескрываемой гордостью, оптимизмом и надеждой на его скорейшую реализацию, то многие западные и, конечно, украинские средства массовой информации систематически пытались дискредитировать процесс его возведения. Это были информационные нападки, вбросы со стороны чиновников, политиков, средств массовой информации, общественности. К сожалению, еще раз повторю, на Украине и в некоторых странах Европы все это было настолько регулярным и смехотворным, и нелепым, что пресс-служба Крымского моста на его официальном аккаунте в социальной сети Facebook даже придумала специальный хэштег для таких публикаций «Крымский мост мифы». Конечно, все эти информационные фантомы сразу дезавуировались, были развеяны специалистами, да и самим временем. Сейчас, находясь в непосредственной близости от грандиозного моста, наблюдая, как по нему проходят сотни автомобилей, я предлагаю вспомнить самые нелепые фейки. Не успели сообщить о старте реализации проекта, как на Украине поспешили успокоить самих себя, что реализовано ничего просто не может быть. Вот, в частности, украинское издание «Свободная пресса» в апреле 2016 года решило, что для убедительности правильнее всего будет опереться на оценки авторитетов и аккумулировало мнение местных политиков. Главным критиком моста выступил один из организаторов блокады полуострова Ленур Ислямов, который стал в том числе и экспертом по дну морей и океанов. Он заявил, что многометровый ил и лед Азовского моря, сильные продувные ветра помешают воплотить проект. Другой украинский политик Роман Бессмертный заключил, не будет там никакого моста, россияне будут сваи забивать еще не одно десятилетие, конец цитаты. А вот заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Амельян, он решил посчитать деньги чужого бюджета, заявил, что, цитирую, нужно исходить из реалий, денег в российском бюджете нет, конец цитаты. И с каждым днем, по его словам, этот бюджет все в худшем состоянии, поэтому рассчитывать на какие-то мегапроекты он бы не стал. Вот просто факты. И нас же еще потом обвиняют в дезинформации и пропаганде. И на этом основании врываются к журналистам, представляющим либо российские СМИ, либо являющимся российскими гражданами. Вопреки прогнозам этих корифеев инженерно-строительной мысли, проект все-таки начали воплощать на глазах удивленных так называемых экспертов. Ситуацию надо было как-то исправлять, в том числе и украинскому истеблишменту. И тогда заработала пропагандистская машина фейков, лидером штамповки которых, конечно, были, опять же, повторю, украинские средства массовой информации. А на Западе их активно подхватывали и тиражировали. И, конечно, все это еще дополняли. Вот, как выразилось в августе 2017 года BBC, противоречивый проект, изрядный
долей скептицизма все это было снабжено британскими журналистами. По мере продвижения стройки придумались новые небылицы. Вот, например, из 600 опор моста 256 опор, которые находятся практически посередине Керченского пролива, треснули в двух местах, а трещины якобы отчетливо видны на фото. Это цитата из средств массовой информации. Вот еще один миф. Строители Крымского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в районе насыпь-фарват. Потом новая беда пришла. Оказывается, грянула она, когда едва удалось с большим трудом разрешить предыдущий казус. Катастрофический нагрев, компенсировав его дополнительными мощностями в аварийном порядке, переброшенными от сибирских ГЭС. Еще одно цунами информационных недоразумений пришлось на конец лета 2017 года, когда возводились автодорожные и железнодорожные арки. Вот каждый буквально второй украинский политик и блогер почувствовал себя экспертом в мостостроении и начали утверждать, что после установки железнодорожной арки якобы одна опора просела на метр, вторая на полтора. Никто не знает, что делать. Это вот цитаты, которые еще раз я вам привожу. Вообще сложно подсчитать, сколько раз в прессе хоронили этот проект. В реальности он продолжал идти к своему завершению. Поэтому необходимы были просто кардинальные меры пропаганды, черного пиара. И тогда было решено просто ударить под дых максимально эффективным орудием. Им стало украинское интернет-издание «Версия», которое в сентябре 2017 года выпускает статью о том, что моста вообще на самом деле не существует. А фотографии со стройплощадки – это грамотная подделка, которая была сделана киностудией «Мосфильм», якобы пластилиновая игрушечная модель транспортного перехода, а установленная строителями железнодорожная арка – это вообще голограмма. Еще раз говорю, я не придумываю, это все было опубликовано в СМИ той страны, которая нас обвиняет в пропаганде. Мало того, сомнения вызывали слишком красочные фотографии, которые публиковала пресс-служба моста. В качестве убийственного, видимо, уже последнего аргумента журналисты сообщили, что украинские боевые пловцы уже давно разбомбили жалкие попытки русских забить сваи будущего сооружения. Это тоже цитата по средствам массовой информации Украины. В общем, мост есть. По нему можно ездить. Сама попробовала. Вам всем рекомендую. Не слушайте и не читайте все эти бредни. Вот в октябре 2017 года в украинском интернет-издании «Диалог» написали, что мост вообще придется разбирать, якобы такой приговор ему вынесли в самой России. Англоязычный украинский информ-портал Ukraine World заявил, что возведение моста наносит непоправимый ущерб экосистеме Черного и Азовского морей. Агентство Юниан оценило его уязвимость с военной точки зрения, мол, его можно разбомбить и с воздуха, и с воды. У меня предложение к Униану. Может быть, прежде чем думать, как можно разбомбить мост, подумать о городах Украины, что можно с ними сделать. Я не знаю, фантазия не моя, фантазия Униан. Но можно начать эти фантазии не с российских объектов, а раз вы украинское средство массовой информации, так и пишите о себе. Вот совсем свежий информационный пример. Опять же, от украинских средств массовой информации. Апрель. Растиражированные высказывания генпрокурора Украины относительно некого ареста российского судна, которое якобы незаконно добывало песок в Каркиницком заливе Черного моря для строительства транспортного перехода. Примечательно, что если украинские средства массовой информации больше делали ставку просто на откровенную фальсификацию фактов хода строительства моста, то в западных СМИ все-таки больше делали упор на скептическое отношение к проекту. Все подсчитали. И наши деньги, и украинские деньги, которых нет. Но подсчитали все. Подсчитали некие убытки для украинской экономики, трудности прохода кораблей определенных габаритов под мостом. Вот в ноябре 2017 года вышла большая статья про Крымский мост под скептическим названием «Putin's bridge to Crimea may carry more symbolism than traffic». Путинский мост в
Крым несет больше символизма, чем практической пользы. Это Нью-Йорк Таймс, между прочим. В ней на читателя вывалили все возможные сомнения, связанные с его строительством. Начиная от нереализуемости проекта, заканчивая утверждениями, что ни одна компания изначально не хотела браться за его строительство. В январе того же года свое экспертное мнение по поводу жизнеспособности моста высказали американский мозговой трест «Атлантический совет». По их мнению, мост проживет недолго после строительства, да и вообще может развалиться в любой момент. Вот просто так взяли и рассказали. Тонны фейков, фотоколлажей, инсинуаций, вбросов в отношении Крымского моста. Их просто невозможно посчитать. Я не хочу все это перечислять. Я хочу просто предупредить вас, что, к сожалению, и в отношении Крымского моста, и остальных проектов, и вообще жизни в нашей стране, этого будет немало. И это продолжилось в том числе вчера и сегодня. Госдепартамент США заявил: мост мешает судоходству. Какому судоходству мешает этот мост? Я долго думала, звонила экспертам, смотрела карту, задавалась вопросом, а потом поняла, о чем нам заявили коллеги по Госдепартаменту. Конечно, мешает. Этот мост может помешать единственное чему, так это проходу 6-го флота США, который будет перебросан, по словам Госдепартамента, несколько лет назад, к берегам Белоруссии. Вот этому проходу он может действительно помешать. Все остальное исключительно и только на пользу взаимодействия, сотрудничества и развития экономики. Я хотела бы сказать, что мы, как вы знаете, и анонсировали широкое празднование Дня Победы за рубежом и говорили о том, какие усилия будут предприняты по линии Министерства иностранных дел для содействия отмечанию, для содействия проведению этого праздника в различных странах. И вот сегодня можно подвести итоги. Традиционно широким размахом прошло празднование Дня Победы в различных государствах мира. Из года в год память о героях поддерживаются отечественники, представители российских загранучреждений, граждане других стран, которые не забывают о вкладе советского народа в освобождение мира от фашизма. Это действительно настоящий душевный праздник, как все мероприятия в его рамках обретают особый смысл. Были проведены памятно-мемориальные, протокольные, культурные мероприятия в наших загранучреждениях, в их числе приемы, торжественные собрания, встречи с ветеранами войны, церемонии у памятников и мемориалов советским воинам, различные общественные акции с участием российских соотечественников, проживающим за рубежом участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, малолетним узникам нацистских концлагерей были переданы персональные поздравления президента Российской Федерации. Особое внимание было уделено благоустройству российских советских воинских захоронений, находящихся на территории иностранных государств. Состоялись многочисленные общественно-патриотические акции, в том числе «Георгиевская ленточка», авто- и мотопробеги, такие как «Дороги Победы» на Берлин, спортивные мероприятия, показы фильма «Собибор», полевые кухни. В Аште, Берлине, Вене, Любляне, Минске, Париже прошли концерты с участием хора турецкого. 9 мая на Красной площади в Москве состоялся традиционный военный парад, на который были приглашены главы иностранных дипломатических миссий и представители международных организаций, аккредитованных в Москве. На военном параде присутствовали премьер-министр государства Израиль и президент Республики Сербия, а также другие представители иностранных государств, которые также приняли участие в церемонии возложения венков к могиле неизвестного солдата в Александровском саду и шествии бессмертного полка. Вот об этой акции хочу сказать отдельно. Бессмертный полк из года в год на наших глазах становится не просто акцией памяти о Великой Победе, но и новой формой самоорганизации как российского народа, так и всех тех, кто чтит и уважает подвиг воина-красноармейца. В этом году акция собрала рекордное число участников как в России, так и за ее пределами. В общей сложности в мероприятии в формате бессмертного полка приняло участие в 3 раза больше людей, около 1 000 000 человек, что сравнимо с показателями по этой акции в Москве. Расширился географический охват мероприятия. Акция прошла на всех континентах. Всего
шествия были организованы в 90 государствах и свыше чем 350 городах и населенных пунктах. От Японии до США миллионы наших соотечественников пронесли портреты своих предков, которые отдали жизнь ради мира. Во многих государствах к российским соотечественникам присоединились и местные жители. Впервые в этом году акции прошли в Боснии и Герцеговине, Вьетнаме, Камбодже, Нидерландах, Сирии, Таиланде, Филиппинах, Чили, Швейцарии, Хорватии и в Антарктиде. Я хочу сказать, что у кого могут быть вопросы, в Антарктиде оно состоялось на станции Новолазаревская, 63-я российская антарктическая экспедиция. В Сирии акция приобрела особое значение. Она просто обогатилась и приобрела некий даже национальный смысл. Для ее граждан, для граждан этой страны, горе утраты близких, отдавших жизнь за Родину, не только дань памяти и истории, но и, к сожалению, суровое настоящее. Это будни. Символично, что сами сирийцы 6 мая чествуют погибших за Родину. Поэтому в прошедших там, в Латакии и Алеппо акциях смешались портреты героев Великой Отечественной войны и бойцов сирийской армии, которые отдали свою жизнь в борьбе с террористами за последние годы. Конечно, это не тот изначальный смысл, который вкладывался людьми в эту акцию. Но разве можно не понять сирийцев? Сирийские участники шествия несли портреты российских военных, погибших в Сирии. Для них они тоже бессмертный полк. Память о них увековечена в истории страны. В Хорватии акция впервые прошла 8 мая, в день освобождения города от нацистов. Ее участники съехались из разных городов страны. Шествие в Загребе назвали «бессмертный партизанский отряд», как дань памяти югославским партизанам, героически сражавшимся за победу на хорватской земле. На первый год марш проходит в испанской столице. В 18 году он собрал около 2000 человек. В четвертый раз бессмертный полк прошел по улицам столицы Португалии. Около сотни человек в этом году под проливным дождем прошли праздничные колонны в центре Рима. Еще 300 активистов собрались на территории российского посольства в Токио. Это второй раз, как акция проходит в Японии. В канадском городе Торонто прошло два шествия, участие в которых приняли около 8000 человек. Полюбилась акция в Бразилии. Она вызвала живой интерес у местной общественности и средств массовой информации. В США бессмертный полк прошел в 28 городах. В странах постсоветского пространства проведение бессмертного полка также стало своей уже национальной традицией. Широко почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны в Белоруссии. Самое массовое шествие бессмертного полка там прошло 9 мая в Бресте. Собрало 9 тысяч человек. Несмотря на то, что в последние недели Армения поглощена была своими внутриполитическими событиями, формируя дорогу в будущее, про прошлое там тоже не забывают, не забыли про День Победы. В Ереване пешую колонну бессмертного полка возглавит президент страны Армен Саргсян. Десятки тысяч человек приняли участие в бессмертном полку в Киргизии, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане, Туркменистане. Многочисленные акции бессмертного полка в Молдавии носили по-настоящему народный характер и продемонстрировали единство молдаван в восприятии Великой Победы. Шествия прошли в грузинских городах Тбилиси, Батуми и Горе. Великобритания, Израиль, Германия, Турция, Намибия, Ангола, Египет, Ливан. География бессмертного полка настолько широка, что только, чтобы упомянуть каждую страну, участника не хватит просто формата сегодняшнего брифинга. К мероприятиям по всему миру активно подключилась молодежь, что особенно важно в плане сохранения исторической памяти о войне и решающем вкладе нашей страны в победу над нацизмом. Очевидно, что эта акция стала мощной, консолидирующей силой, способной в нынешних непростых условиях сплотить молодые и старшие поколения наших соотечественников. В некоторых странах акция проходила не в виде шествия по улицам городов или на внешних площадках, а на территории российских центров науки и культуры, либо в помещениях российских общин, клубов, а также местах захоронения советских солдат во время возложения венков. Подчас это было связано со сложной ситуацией в области безопасности, законами или особыми традициями стран пребывания. В ряде государств действует режим чрезвычайного положения или запрет на проведение любых массовых шествий. В подавляющем большинстве случаев шествия проходили по согласованию с властями, которые гарантировали безопасность участников акции. Зачастую местные официальные представители сами участвовали в этих мемориальных мероприятиях. К сожалению, не обошлось и без ложки дегтя.
И снова всем известные силы в ряде стран пытались помешать людям отмечать их праздник. Вновь официальные власти Латвии предпринимали упорные попытки сорвать празднование Дня Победы посредством нагнетания негативного информационного фона вокруг праздника. Далеко не везде шли навстречу гражданам в организационных вопросах. И тем не менее, Бессмертный полк в Риге собрал 15 тысяч участников. Несмотря на то, что 9 мая в Латвии является рабочим днем, на празднование памятника освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков присутствовало более 150 тысяч человек. При населении Риги 700 тысяч человек. Символичная и традиционная для трех прибалтийских стран акция передачи «Вечного огня» от латвийского Даугавпилса и в Вильнюс, потом в Таллин и в Ригу. Такие цифры, такие факты больше говорят о нашей общей памяти, чем все заявления антироссийских политиков вместе взятые. Попытались девальвировать значимость праздника и некоторые силы в Польше. Там бессмертному полку, там в этой акции приняли участие 300 человек. Они пришли почтить память своих родственников, фронтовиков, тружеников тыла. Пришли и сотрудники загранучреждений, членов семей, коллеги из других посольств, граждане стран бывшего СССР, активисты ветеранских движений. Это не помешало неким активистам распространять в интернете инсинуации, что это якобы фейковые мероприятия, на которые людей мобилизовали в приказном порядке. Я, кстати говоря, вы знаете, сегодня что интересно произошло? Я была за рулем автомобиля, когда ехала по мосту, когда готовилась ехать. И ко мне подошел молодой человек, попросил выйти и... спросил, вы не можете записать видео со мной для моего друга? Я говорю, ну, я, конечно, могу, а в чем смысл? Он мне сказал, вы знаете, мой друг не верит мне, что можно просто так приехать на мост, что эта акция не спланирована, что любой человек может сюда приехать, со всеми пообщаться. И мне пришлось записать это видео, рассказать и показать, что мы здесь все живые, что это не собранная по какой-то указке акция, а что кто раньше приехал, тот мог встать в эту колонну. Я хочу сказать, что я встала сегодня, да я сегодня, честно говоря, не ложилась, а приехала на мост в 3 часа утра или ночи, решайте сами, только для того, чтобы проехать и успеть на брифинг, потому что количество желающих было огромно. Вот то же самое, вот эти же фейки распространяются и про акции Бессмертного полка, что это якобы людей сгоняют и так далее. Кого кто сгоняет? У людей огромное желание попасть на такие мероприятия. И, кстати, аналогичные вбросы неоднократно делали и, к сожалению, опять же, украинские радикалы, которые пытались преуменьшить значимость подвига своих же предков. На Украине, несмотря на сопротивление властей и радикалов, акция в этом году также собрала рекордное число участников. Как известно, там запрещена традиционная для праздника символика – георгиевская лента и красные знамена. Наказание до 5 лет тюрьмы, но люди, несмотря на риски, выходят на улицу почтить память предков, показать местным нацистам, что они их не боятся. Как вспоминают очевидцы, акция Бессмертного полка в Киеве стала просто километром настоящего героизма. От метро Арсенальная до Вечного огня более 50 тысяч человек несли черно-белые портреты героев, чью победу, чей подвиг, чью честь нынешняя украинская власть пытается украсть. 9 мая в центре Киева тоже виднелись запрещенные властями георгиевские ленты, по улицам разносились советские песни. За это людей задерживали, оскорбляли, даже били, но они продолжали идти с утра и до самого вечера. Печально наблюдать за тем, как люди были вынуждены в буквальном смысле отвоевывать себе пространство, чтобы почтить память своих отцов и дедов. Я знаю и о репрессивных мерах, которые предпринимались в отношении людей, которые пели песни, которые они хотели петь, которые носили георгиевские ленточки, которые носили портреты своих предков. Это все просто отвратительно. Акция «Ко дню Победы» в Одессе представляла собой сплошное противостояние ее участников и активистов правого сектора. Последних было немного, они шли прямо перед колонной, снимали людей на камеры. Вот точно такую же тактику использовали в Организации Объединенных Наций в отношении нашего дипломата, который парировал вот на эти все заходы пропагандистские украинской делегации. Все время снимают, а потом размещают фотографии с угрозами. Время от времени мешали колонне двигаться вперед, участники акции скандировали «Фашизм не пройдет», «Одесса – город-герой», «Бандеровские бесы вон из Одессы», «Донбасс мы с тобой», «Одесса – русский город» и даже «Слава президенту России». За последние выкрики несколько человек были задержаны. Всего, по данным МВД Украины, в мероприятиях, посвященных 9 мая, приняли
участие 460 тысяч человек. В некоторых странах организаторы подходили к празднованию Дня Победы очень неординарно. Помимо традиционных мероприятий, сотрудники посольств, соотечественники, русскоязычные учащиеся школ принимали участие во всероссийском тестировании по истории Великой Отечественной войны, проводили различного рода конкурсы, фотовыставки, тематические вечера. В школах при посольствах России были проведены уроки мужества, в ходе которых учащимся было рассказано о событиях Великой Отечественной войны. Российские загранучреждения тесно взаимодействовали и с РПЦ, и в целом ряде стран. По случаю Дня Победы были проведены поминальные молебны. Я хотела бы выразить слова искренней благодарности всем странам, официальным властям всех городов, где проходили эти мероприятия. Была проделана колоссальная работа с участием наших зарубежных партнеров и коллег. Это согласование места, времени проведения акций, мероприятий, концертов, выставок, выступлений. Это вопросы безопасности, это вопросы транспорта, движения, орг-вопросы. Большое спасибо всем тем странам, представителям этих стран, структурам, мэриям городов, которые на высочайшем уровне провели эти акции. Я хотела бы сказать отдельные слова благодарности представителям Соединенных Штатов Америки, которые сделали все необходимое для того, чтобы хор турецкого вовремя сумел попасть в здание Организации Объединенных Наций, хотя многое было под угрозой срыва из-за трафика, из-за чрезвычайных ситуаций. Но еще раз хочу сказать, что власти Соединенных Штатов Америки, миграционные власти, оказали конструктивнейшее содействие, и мы им за это очень благодарны. Это еще один пример того, как можно взаимодействовать на благо народов наших стран. И на этом я хотела бы перейти к завершающей теме. Я хотела бы сказать, что российская внешнеполитическая служба свято чтит свои многовековые традиции и хранит память о наших выдающихся дипломатах, о их неоценимом вкладе в защиту и продвижение интересов страны на международной арене. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения видного советского дипломата Льва Исааковича Менделеевича, который оставил яркий след в истории отечественной внешней политики. Среди его многочисленных заслуг – участие в урегулировании Карибского кризиса, разработка договора о нераспространении ядерного оружия, многосторонних переговорах в рамках совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он сыграл ключевую роль в создании и укреплении системы внешнеполитического прогнозирования, анализа и планирования. Сочетая в себе качество профессионала экстра-класса, отзывчивого, надежного человека, Лев Исаакович по праву приобрел репутацию одного из крупнейших специалистов по широкому кругу проблем мировой повестки дня. Министерством планируется проведение серии мероприятий, направленных на увековечение уникального творческого и делового наследия Менделеевича. В частности, в номере журнала «Международная жизнь» август будет опубликован биографический очерк, а в сентябре в МИДе пройдет вечер памяти с участием руководства министерства, ветеранов дипслужбы, сотрудников подразделений, в которых он трудился и которые возглавлял. Тогда же в холле министерства будет развернута экспозиция архивных документов, материалов, проливающих свет на основные вехи профессионального и жизненного пути Льва Исааковича Менделеевича. На этом я завершаю вступительную часть и готова ответить на ваши вопросы. Да. Если можно, пожалуйста, микрофон. Сергей Горбачев, председатель Союза журналистов Севастополя, газета «Третья оборона». Вчерашними действиями Киев в очередной раз продемонстрировал, кто есть ху. И, судя по всему, подобного рода действия возможны в перспективе. Не считаете ли вы, что необходимо, кроме заявлений, осуждающих подобного рода действия, предпринимать меры, которые бы способствовали недопущению повторений подобного впредь? Не настала ли пора нам действовать более жестко и не повторять как мантру, что Крым наш? Тут сомнений никаких нет, но такое впечатление, что мы себя каждый раз, говоря об этом, в этом убеждаем. И второе, если позволите. Железный занавес вокруг России и Крыма опускается, он в чем-то покруче, чем в 1948 году. Не кажется ли вам, что в условиях, когда политики, бизнесмены игнорируют интересы наши, в том числе,
прежде всего крымчан. Не настала пора в плане использования мягкой силы опираться на наше журналистское сообщество, на корпоративные связи. И в этом плане использовать возможности Союза журналистов России, Международной федерации журналистов. Ну и в том числе и активнее привлекать к этой работе наших соотечественников. К сожалению, за последнее время, по сравнению с 2014-2015 годом, интерес со стороны, скажем, региональной прессы, он несколько поутих к тому, что здесь происходит. Спасибо. Да, значит, на первый вопрос я могу вам сказать, что заявление – это не просто слова. Это заявление официальных лиц, которые затем кладутся на бумагу и направляются в качестве документов официальных в международные структуры и нашим партнерам. Это часть уже в том числе и международного права, так как это российская позиция по ключевым вопросам, которые отфиксированы во многих положениях, регулирующих свободу слова. Это часть дипломатической и политической работы. И мало того, я хочу вам сказать, что она дает свои результаты. Но при этом другие альтернативные методы анализа этой ситуации никто не отменяет. И я вам хочу сказать, что как только вчера пошла информация относительно всех деталей того беспредела, который творился на Украине в отношении МИР «Россия сегодня», и это бывает каждый раз, когда задерживают наших журналистов, подключаются все компетентные ведомства, это не только Министерство иностранных дел, это не только заявление администрации президента, не только заявление и комментарии пресс-секретаря президента, это все российское правительство, которое так или иначе вовлечено и должно быть вовлечено в эту работу. В этом я вас могу заверить. Как вы понимаете, не все должно быть озвучено, не вся эта работа ведется публично, но все, что связано с защитой интересов российских журналистов, во-первых, находится на контроле у российского руководства, во-вторых, по каждому случаю отрабатываются все необходимые меры, и мне кажется, во всех предыдущих случаях упрекнуть российскую сторону в невнимании и неурегулировании этих вопросов просто невозможно, таких фактов нет. Поэтому и в данном случае будут использованы все меры, наиболее эффективные. В этом я вас могу заверить. Что касается железного занавеса вокруг России, вы не поддавайтесь этим мифам. Так хочется, чтобы было, но так не происходит. Если кому-то надо, и если кто-то очень старается придумать этот железный занавес, то наша задача сделать так, чтобы эти мифы, они не циркулировали. Вот я сегодня привела мифы про Крымский мост. Ведь это же тоже часть так называемого опускаемого железного занавеса. Но ведь мост есть. И сегодня мы с вами все вместе смеемся над этими глупейшими публикациями. То же самое надо делать и со всем остальным. Что касается привлечения к работе неправительственных структур, мягкой силы, так МИД этой работой очень активно занимается. Мы начали подключать журналистов крымских, например, к освещению визитов министра иностранных дел России. Не все получалось сразу, потому что многие страны, как вы знаете, объявили так называемый бойкот на выдачу виз крымчанам, но мы на этой теме работаем, и уже группы крымских журналистов приезжают в Москву и подключаются к освещению зарубежных визитов министра. Разве это не конкретный пример того, как пробивается вот этот виртуальный занавес? Что касается привлечения внимания к проблемам Крыма, опять же, этот упрек точно не могу в свой адрес принять, потому что приезжаю сюда регулярно год назад в Симферополе 5 часов на площадке как раз медиа-центра проводили и пресс-конференции, и давали интервью, и общались, и строили планы, в частности, с телеканалом «Милет», который мы сейчас реализуем. И также, в общем-то, я могу сказать, поступают и многие мои коллеги, но не бывает здоровой критики много, поэтому я ее тоже в этом смысле принимаю как руководство к действию.
И я спасибо за... Мы с вами, по-моему, еще не знакомы были после брифинга. Ну, я имею в виду, я готова с вами обсудить все конкретные дальнейшие шаги на этом направлении, потому что мы с Союзом журналистов Крыма общались, и еще раз говорю, любые ваши предложения мы готовы рассмотреть и начать их реализовывать. Многие из того, что мы наметили 2 года назад, постепенно реализуются. Это и подключение крымских журналистов к выступлению на международных площадках дается очень сложно, ничего не могу сказать. Вот привести и дать визы бойцам АТО, неким ветеранам, и снайперам, причем они даже не стесняются, они говорят, что они действующие снайперы и участвуют в медийных семинарах. Вот каким-то образом визы они американские получают. А каким образом, тоже понятно. Поискали в интернете, посмотрели, эти снайперы просто сидят на американских грантах. То есть, представляете, люди на своей территории отказываются от мирной жизни, идут обучаться снайперскому делу и стреляют по собственной же территории, по собственным же согражданам и соотечественникам. И делают это все на американские деньги, а потом приезжают в Соединенные Штаты Америки, попадают в Организацию Объединенных Наций, и там рассказывают о проблематике информационного пространства. Ну, цинизм высшей марки. Ну, собственно говоря, для этого мы работаем, мы все это рассказываем, показываем. И мало того, после того, как мы обратили на это внимание, получили реакцию от Организации Объединенных Наций, которая четко сказала, что эти мероприятия, в частности, комитету по информации, он не имеет никакого отношения, что это выяснилось, что это все самодеятельность украинских дипломатов, которые вот мы вот так разоблачили. Поэтому готовы к любым проектам, мы готовы их обсудить. Да, пожалуйста. Можно? Да, сейчас. Валентина Слятникова, пресс-центр школы номер 1 с углубленным изучением английского языка имени Володи Дубинина. Мы знаем о том, как непросто работать у дипломатов в наше время, в настоящее время. Выпускники нашей школы, которые учились и учатся сейчас в Московском государственном институте международных отношений, держат нас в курсе. На что, на ваш взгляд, нужно обратить особое внимание выпускникам нашей школы, которые мечтают об дипломатической службе и работе журналистом-международником? Я единственное могу сказать, что дипломатам всегда было работать... Присаживайтесь, пожалуйста. Не просто, это и исторические примеры, к сожалению, трагической гибели дипломатов, которые нередки, и не только исторические, но, к сожалению, и новейшие истории. Вспомните наших коллег, которые были зверски убиты в Ираке. Кстати говоря, я вот недавно видела информацию относительно того, что убийцам их был вынесен приговор. Это и действительно исторические примеры с исторической ретроспективой. Так было всегда. Это внешне кажущаяся легкая профессия, которая предполагает участие в светских раутах, приемах и общении. На самом деле это сложная политическая работа, которая должна казаться незаметной и такой, знаете, не сложный и не тяжелый, но она сопряжена, конечно, с определенными рисками, когда в той или иной стране происходят события незапланированные, из-за неактивной фазы конфликт развивается в горячую фазу, происходит кровопролитие, и тогда дипломаты, по сути, остаются такими либо заложниками, либо просто людьми на передовой, представляющей свою страну. Поэтому всегда эта профессия была и сложной, и непростой, и весьма временами опасной. Я хочу даже сказать вам, пригласить вас в Министерство иностранных дел. Вы можете увидеть в нашем холле, есть специальная мемориальная доска, которая посвящена памяти нашим коллегам, которые отдали свои жизни, которые были убиты, погибли при исполнении служебного долга. К сожалению, к нашему величайшему сожалению, записи, последние записи, которые на ней сделали, весьма свежие. И второй ваш вопрос относительно МГИМО, на что обратить внимание. Равно важные вещи. Знание своей истории, знание истории международных отношений и, конечно, знание языков и особенностей той страны, язык которой учат студенты. Вот это, наверное, важно. Не менее важно – это умение общаться, умение выстраивать диалог и гармонизировать как бы взаимоисключающие вещи, а именно умение наладить дружеское и конструктивное общение, при этом не забывая о том, что главная задача дипломата – отстаивать национальные интересы. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Главный редактор интернет-издания Wikileaks.
У меня к вам такой вопрос. Буквально в январе... Мы вас часто цитируем. Спасибо. У меня такой вот вопрос. Буквально в январе месяце я приезжал в Киев к друзьям, ну, навещал, и видел такую ситуацию. Многие граждане с российскими паспортами, их просят, прямо вот в аэропорту просят отойти. После этого им выдают на 3 года запрет. И с формулировкой за то, что они посещали Крым. Они сами не знают, откуда у них эта информация, почему она происходит. И я, конечно, очень рад, что открылся мост, и что люди могут беспрепятственно приехать сюда без каких-то данных. Потому что я не понимаю, откуда эта информация, да? И что делать с людьми, у которых родственники находятся на Украине? Там, братья, сестры, вот как-то это может оказываться помощь, чтобы они могли посетить там могилы своих предков или родственников? Спасибо огромное. Знаете, я вам могу сказать, что, конечно, много странного происходит сейчас на Украине. Мы прекрасно понимаем истоки этого. Истоки уходят в переворот, и не один, который совершен был на территории Украины, политические манипуляции, нужно удерживаться нынешней элите у власти всеми способами. На фоне того, что творится вообще в целом в стране, это делать все сложнее и сложнее, нужно постоянно стимулировать общественное и общественное мнение, общественную поддержку через навязывание образа врага. Все списывать на образ врага, все списывать на то, что во всех бедах, во всех неудачах, во всех провалах нужно винить Россию, она в этом виновата, она делает все для того, чтобы якобы вести на территории Украины некую подрывную деятельность. Ведь то, что связано было с арестом и безобразнейшими досмотрами, задержанием журналистов МИА России сегодня, тут же было подано как шпионаж, как госизмена и так далее, и так далее. Были в качестве аргументов приведены факты того, что нашли российские паспорта, что нашли какие-то российские награды и так далее, и так далее. У меня, знаете, вот два вопроса. А вот эти силовики на Украине не пробовали вот точно так же вломиться, например, к членам правительства и поискать у них, у членов своего же правительства, грин-карты, паспорта других государств, награды других государств? Я думаю, что они очень много интересного найдут. Вчера демонстрационно были разложены, ну, я видела это на фотографиях, деньги, купюры, там, по сколько-то евро, сколько-то долларов, как доказательство, видимо, госизмены. Да если разложить деньги хотя бы одного члена кабинета украинского правительства, там не то, что кровати не хватит, там страны не хватит. Почему же силовики не смотрят и не задаются вопросом, а кто на Украине действительно занимается государственной изменой, а кто действительно работает на другие государства? Ведь это же парадокс, что журналист, который осуществляет заявленную журналистскую деятельность и не скрывает ее, не может этим заниматься, несмотря на то, что Украина заявила многократно о своей приверженности вот этим самым ценностям. При этом члены кабинета, политическая элита, которая имеет доступ ко всем национальным секретам, ко всей национальной чувствительной информации, и имеет у кого двойное гражданство, у кого только гражданство зарубежных стран, и ни у кого это не вызывает вообще никаких вопросов. Но это же абсурд, это же парадокс. Вот отвечая на ваш вопрос. Конечно, мы предпринимаем все возможное для того, чтобы то, что делают киевские власти, подталкивая и свой народ, и постоянно провоцируя конфликты между двумя народами, не реализовывалось. Это очень сложно, потому что они используют всю изощренную методологию. Вот сегодня я привела несколько примеров. Ведь я же их не выдумала. Это все ссылки, это все материалы, в частности, про Крымский мост, которые до сих пор можно найти в интернете. Они атрибутированы, там есть дата, там есть ссылка на средства массовой информации. Они этим занимались. Это все в том числе с подачи государства делается. Поэтому мы делаем все для того, чтобы вот эта провокационная деятельность украинских властей не приносила этих катастрофических результатов, на которые она нацелена. Людей очень жалко. Вот на самом деле вы абсолютно правы. Ну, не просто не могут прийти. Я была шокирована, что
ну, раз вы задали этот вопрос, и раз мы сегодня об этом так много говорим, я не могу не сказать, тем более мне поступало много вопросов на эту тему. В городе Кривой Рог на 9 мая жители устроили торжественное мероприятие в честь героев Великой Отечественной войны. И на каком-то этапе там прозвучала песня «Верните память». Да, это песня, которую, автором которой я являюсь, у меня есть соавтор Марал Якшиева, это Макс Фадеев, который нам сделал эту аранжировку, это Наргиз, которая ее исполняла. Мы этого не скрывали. Я не уверена, что люди знали об этом, им просто понравилась песня и те слова, которые там в ней звучали. Почему? Да потому что у нас, опять же, близкие народы. Мы близки по духу, по культуре, по ощущениям этого мира. Так какой же был для меня шок узнать, что человека, насколько я понимаю, женщину, которая отвечала за организацию этого мероприятия, ее уволили. И ведь самое страшное, что ей даже невозможно высказать слова поддержки, потому что, мне кажется, это приведет просто к репрессивным мерам в отношении нее. Поэтому я с вами полностью согласна, что очень жалко людей. Да, пожалуйста. Спасибо. Вадим Манукян, блогер, медиаэксперт. Я бы хотел вот о чем сказать. Во-первых, я, конечно, хотел бы всех поздравить с тем, что сегодня открылся мост. Это действительно знаменательное событие, и не только для крымчан, а для всей России. Конечно, хотел бы поздравить всех с прошедшим Днем Победы. Это действительно очень важный день для всей страны. Ну и в плане юмора хотел бы всех поздравить, что, скорее всего, мы все с вами сегодня попали в списки миротворца. Наверное, да. А я там давно. Да, и ну... заместители мои там давно. Мы уже к этому привыкли. Да, вот... Причем, вы знаете, сколько, какое количество писем мы написали в ОБСЕ? Мало того, мы написали американской стороне ноты, отправили, потому что на каком-то этапе американская сторона была, размещала этот сайт на своих серверах. Ноль внимания. Вообще, в принципе... На серверах НАТО, если я не ошибаюсь даже. Да, вот вопрос у меня такой. Вы знаете, как раз о том, что вы сегодня затронули ночью, когда вот вы не спали, я тоже не спал, в это время тоже прочитал ваш пост у Юлии Самойловой, о той травле, которой подверглась она, к сожалению, вот в последние дни. Это действительно меня тоже тронуло, я об этом тоже писал, меня резануло это действительно по сердцу, потому что человек, во-первых, представлял страну на конкурсе, но на самом деле действительно со всеми это происходит, кто-то проходит в финал, кто-то вообще не выигрывает, кто-то вообще за бортом остается. Это такая странная история, но я о чем хотел сказать. А вам не кажется, что вот эта травля, она скорее связана не с тем, что вот она не прошла или что-то, а в том, что она подчеркнута постоянно показывает свою патриотическую позицию как человека и гражданина своей страны. Вот. Но это первый вопрос, если можно, как бы я добавлю сразу. И вот второй, сейчас вот как раз в Госдуме рассматривается закон о международных санкциях, о том, что если кто-то, значит, их соблюдает, режим санкций в Российской Федерации, то необходимо, чтобы они несли какую-то ответственность за то, что вот они действительно соблюдают международные санкции, вместо того, чтобы соблюдать российское законодательство. Да? И вот в плане реплики, может быть, стоит какие-то вот наши организации тоже как-то привлечь к этому закону, потому что они просто, ну, на мой взгляд, даже торговые сети, ну, они просто Крым игнорируют, на мой взгляд. Это тоже, я считаю, неправильно. То есть вот такой вопрос. Спасибо вам. По первому вопросу, позвольте мне сказать, достаточно общие слова, которые могут показаться общими. Для меня это действительно слова очень важные. Я категорически не приемлю никакой травли ни в каком виде. Я считаю, что общество, которое считает себя демократическим, в котором есть ценности, в котором есть культура, история и так далее, и люди, которые привержены этой культуре, не могут и не имеют права позволить себе травлю. Я также выражаю мнение нашей страны, которая не приемлет травлю в национальном масштабе. Это наша позиция, которая всегда озвучивается. Никакие санкционные политики, никакие санкционные акции, направленные на то, чтобы загнать какое-либо государство в угол, нами не поддерживаются. Есть легальные механизмы, Совет Безопасности ООН, который единственный может принять законное решение о введении санкций, о давлении на то или иное государство в связи с той или иной ситуацией. Это решение принимается на законных основаниях по итогам рассмотрения соответствующих документов и материалов. Поэтому в любом формате, в любом виде травля просто неприемлема.
будь то личное, будь то в масштабах планетарных, не наш путь и не наш метод. Критика, безусловно, анализ, да, но не переходя те черты, которые стирают грань между человеком и животным. Что касается того, что вот второй раз мне приходится об этом говорить сегодня, о том, что Крыму потеряли внимание, мост стоит, параметры моста, количество трудочасов, трудодней, средств, финансов, политической воли, которая вложена была в этот проект, просто не имеет прецедентов, мне кажется, вот в истории нашей страны за последнее время. Как можно об этом говорить? Другое дело, конечно, не все получается сразу, это нормальный процесс. Ведь мы прекрасно понимаем, какой путь сейчас уже прошел Крым по интеграции в российское общество во всех смыслах: политическом, конституционном, экономическом, финансовом, социальном. Поэтому еще раз говорю, в качестве цели, которую обозначена, мы все это принимаем и движемся, но тоже нужно, мне кажется, объективно смотреть на вещи и понимать, что делается очень многое. Если вопросов больше нет... А, да, пожалуйста. Спасибо. Данил Хокинс, корреспондент РТ, Rush Today. Еще недавно госпожа Хейли напрямую обвиняла Россию в злоупотреблении вето на совбезе ООН. Тем не менее, во вторник США заблокировали резолюцию, которая способствовала бы независимому расследованию инцидента в Газе. Они возложили всю ответственность за смерть протестующих на группировку Хамас. Как вы прокомментируете реакцию США на ситуацию в Газе? Спасибо. Ну, я прокомментировала российский подход к этой ситуации. Я думаю, что он исчерпывающий. Я могу сказать относительно того, почему обвиняют все время в Россию. Не просто обвиняют, а провоцируют ситуацию, когда необходимо ветировать. Это же политическая игра. И точно так же, как нагнеталась ситуация во время начала и в преддверии начала иракской кампании, точно так же она развивается сейчас. Точно так же нахраписто, точно так же нагло, точно так же, используя все механизмы давления, Соединенные Штаты Америки пытались раскачать совбез на то, чтобы была принята соответствующая силовая резолюция в отношении Ирака. Делали это многократно. Казалось бы, было понятно, что Россия, как постоянный член Совета Безопасности, на тот момент очень активно Франция были исключительно против такого сценария и обозначили свою позицию. Для чего же на тот момент Соединенные Штаты Америки раз за разом вносили предложение в совбез и все это приводило к ветированию, либо не постановке этого вопроса на обсуждение, но в основном к негативному исходу для этих силовых резолюций. Для тех, кто не искушен в деталях ионовской работы и работы в совбезе и вообще в международных делах, это вопрос загадка. Для чего же это делать, если ты знаешь, что резолюцию все равно заветируют? Не доносить ее раз за разом. На самом деле об этом мне рассказал мой как раз американский коллега, который на тот момент был пресс-секретарем американского посредства при ООН. Он даже рассказал не мне, он рассказал в ходе нашей поездки совместной в Чикаго, в ходе интервью, где он сказал о том, когда я сказал о том, что это был, наверное, где-то 2006-2007 год, и когда я сказал о том, что, посмотрите, компания в отношении Ирака не имела под собой никакой правовой почвы. Он сказал о том, что посмотрите, какое количество раз Соединенные Штаты ставили этот вопрос на обсуждение. То есть, с точки зрения США, даже количество попыток внести резолюцию на обсуждение уже засчитывается в качестве международно-правовой базы для возможного потенциального силового сценария. Это во-первых. Второе, конечно, это дополнительный аргумент с целью дискредитации политики России, чтобы можно было говорить о том, что Россия неконструктивна в совбезе и все блокирует. Это вторая причина. То есть это части политической игры. К сожалению, страдает не только, ну, в частности, ближневосточный процесс или сирийское урегулирование, по которому постоянно идет вот такая игра. Страдает не Россия, страдают не другие страны. В первую очередь страдает сама Организация Объединенных Наций, потому что полностью размывается фундамент и авторитет совбеза.
Совбез уникальный механизм. И что самое интересное, хочу напомнить, что право вето было придумано и предложено именно американскими представителями тогда, когда только шло формирование будущей организации. И надо сказать, что тогда американские представители были действительно прозорливыми. Это тот самый механизм, тот самый рычаг, который позволяет миру не скатиться в стадию вот такого бездумного штампования документов или решений просто под давлением какой-либо одной группы. Это тот самый механизм, если говорить лексиконом и использовать определение американской системы check and balance, сдержек и противовесов только в международном масштабе. И он сослужил свою службу. И тогда, на примере Ирака, именно благодаря праву вето и позиции целого ряда стран, удалось не втянуть организацию в это совершенно позорное решение, которое именно нуждалось в легализации. Легализация со стороны международной организации, со стороны Организации Объединенных Наций, со стороны международного сообщества, атака на Ирак не получила. И тем самым спасли не просто лицо, а я думаю, что спасли саму организацию, потому что убийство сотен тысяч, как минимум, мирных граждан в Ираке, если бы на то была воля Организации Объединенных Наций, которая выдала бы индульгенцию на эту операцию, никто бы ООН не простил. И все бы задавались вопросом о том, что же это за организация, которая допустила такое бесчинство и такую колоссальную трагедию. Вот и все. Да, пожалуйста. Демидович, Керчь-ФМ. Керчь, вы уже сказали по поводу матриков Норда, которые сейчас пятеро из них находятся на территории Украины, и двое из них уже вернулись в Керчь. Как известно, подавляющее большинство жителей Крыма имеют двойное гражданство. Как написано на сайте прокуратуры Украины, достаточно морякам Норда показать свой украинский паспорт и в соответствии с законами Украины пересечь границу Украины, и тогда они попадут в Крым. Это позиция России таким образом при помощи такого политического хода и российского паспорта оставлять их там? Или это непосредственное желание самих моряков Норда говорить, что мы граждане Российской Федерации и при этом оставаться в Украине? Позвольте мне не раскрывать все детали того, что сейчас происходит, потому что самая главная задача, которая решается, это возвращение моряков и очень важное сохранение их здоровья, потому что мы знаем на примере многих других, те, кто были задержаны на территории Украины, как украинские силовики себя ведут в отношении задержанных, так или иначе связанных с Российской Федерацией. Поэтому ситуация на контроле не просто у министерства, а у руководства министерства. Задействованы, опять же, необходимые эксперты, которые должны быть задействованы в данном случае. Я вас могу заверить, как и в других ситуациях, этот вопрос решается. Еще раз говорю, давайте сейчас воздержимся от деталей. Это может просто нанести вред непосредственно этим людям, и позвольте мне все-таки воздержаться от комментария непосредственно деталей. Да, пожалуйста. РИА Новости Крым, Алексей Вакуленко. В понедельник руководители Евпатории и французского Мариньяна подписали соглашение о сотрудничестве. Вчера официальный Париж, в частности, ваши коллеги из Министерства иностранных дел Франции, назвали эти соглашения противоречащими международному праву. Как могли бы охарактеризовать, как представитель МИДа, подобную оценку? Спасибо. Самое смешное слышать это от французской стороны, которая недавно присоединилась к бомбовым ракетным ударам по территории суверенного государства Сирии, не имея на это ничего, ни согласия Дамаска, ни какой-либо резолюции Совета Безопасности ООН. Говорить о том, что Париж в данном случае может определять, что соответствует, а что не соответствует международному праву, просто странно. Крым есть, хотя многие его отрицают, не хотят видеть ни мост, ни крымчан, ни то, что здесь творится, ни то, как развивается, ни то, как решаются проблемы, ни то, какие проблемы остаются.
все в основном, к сожалению, западное сообщество черпает из мифологических докладов неправительственных организаций, которые здесь даже нога их не ступала. Поэтому в этом смысле наша задача предоставлять правдивую информацию. В этом смысле организуются по линии, в том числе МИДа, поездки делегаций различных стран, в том числе и те, о которых вы говорили. Мы приветствуем, чтобы неправительственные организации, гражданское общество, бизнес, правозащитники, представители законодательных собраний различных стран приезжали и на месте могли убедиться в том, что здесь происходит. А что касается квалификации французской стороны, то я о ней уже сказала. Если нет вопросов, то на этом позвольте мне завершить брифинг, пригласить всех в Крым. Погода просто потрясающая. Мне кажется, я загорела только с одной стороны, к сожалению. Море красоты невозможное, мост есть. Добро пожаловать в Крым. Спасибо.